Здравствуйте. Сегодня интересный выпуск будет. Будем разбираться в цветах голубого. Дело в том, что у нас жительницу Нижнего Новгорода Анастасию Ершову арестовали за символ ЛГБТ. У нас недавно Верховный суд признал ЛГБТ-движение со всеми его символами, значит, экстремистским. И вследствие этого, значит, у нас ведется правоохранителями работа по, значит, приведению этой позиции в соответствие, то есть любой символ ЛГБТ, который можно обнаружить на улице, это, значит, экстремизм, и, в общем-то, это надо наказывать. Так вот, что по факту произошло. Девушка шла в сережках, на которых была, ну, как бы изображена лягушка, покрашенная в цвета радуги. Девушке дали арест за эти сережки, ну, как бы приравняв их к символике ЛГБТ. При этом, видимо, никто думать-то особо не стал. Дело в том, что флаг ЛГБТ, вы его можете найти в интернете, он не содержит голубого. То есть все мы знаем с детства, да, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Так вот, где это голубой? Сидит синий, фазан фиолетовый. Соответственно, в радуге последние три цвета, они синие. Ну, или оттенки синего. Голубой, синий и, соответственно, фиолетовый. Вот, в данных сережках голубой цвет присутствует, но, по крайней мере, те сережки, которые публикует газета.ру в виде лягушки, я изображение покажу на экране, они содержат голубой цвет. То есть у нас и правоохранители, и суд не в состоянии отличить радугу от символики ЛГБТ. В связи с чем девушка получила арест. При этом, я уверен, никакая экспертиза сережек не проводилась. Все сделали быстро и сурово. Просто дали арест. И, в общем-то, отправили девушку его отбывать. На месте девушки я бы попытался обжаловать данный судебный акт. Потому что мало того, что ее безосновательно арестовали, так еще и у нас правоохранители и судебная система не в состоянии отличить радугу от символики ЛГБТ. Честно говоря, тему надо развивать, на мой взгляд, потому что если так дальше пойдет, то любая радуга, в том числе и на небе, будет вызывать какие-то активные действия правоохранителей. Не знаю, как они будут бороться с радугой в небе, но, видимо, придется им с этим смириться. Поэтому, ну вот я лично считаю, что арест за такие сережки, по крайней мере, изображения, которых приводит газета.ру, он безоснователен. И, в принципе, это является каким-то проявлением очередной шизофрении, которая у нас в обществе регулярно возникает. Был ковид, теперь СВО, ну, начинается тема с ЛГБТ. Поэтому, ну, что делать? Боритесь за радугу. Радуга у нас разрешена, и никто ее запрещать не будет. Песков, кстати, об этом высказался в каком-то очередном интервью по поводу сережек. Вот. Но девушке-то от этого легче не стало. Девушка стала героиней Нижнего Новгорода и, видимо, героически отбывает арест без всяких оснований ей присужденный. На этом все. Ставьте лайки, учитесь разбираться в цветах и радуге, и тогда все будет хорошо.